На торжественный прием в канун Нового года в Дом правительства приглашены 27 жителей Чувашии, чей труд и достижения отмечены на высоком правительственном уровне. Государственные награды вручал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Среди приглашенных – представители самых разных сфер деятельности. Это педагоги и работники культуры, медики, госслужащие. Орденом дружбы наградили художника Виталия Петрова. Он один из немногих в республике, кто удостоен такой высокой награды. Виталия Петрова больше знают как Проскевити. Кстати, он входит в топ-100 лучших мастеров эмали мира. Работы художника хорошо известны не только в родной Чувашии, но и далеко за ее пределами. Более 20 лет творческой деятельности Виталий Петров посвятил созданию живописных и графических композиций по мотивам поэмы «Нарспи». За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях медалью «За спасение погибавших» отметили капитана спасательного катера Александра Степанова. Рискуя собственной жизнью, он не раз спасал чужую. Почетного звания «Заслуженный деятель науки Чувашской республики» удостоен декан ЧГУ имени Ульянова Евгений Кадышев.